Власти Барнаула обещают разобраться с проблемой мусора. Вполне возможно, полигон твердых бытовых отходов перенесут на новое место. Городской свалке в этом году 40 лет. Все чаще коммунальщики говорят об истощении ресурса полигона. На его территории часто происходят пожары. Дым и запах беспокоят жителей пригородных поселков. Каждый год власти Барнаула выделяют дополнительные средства на устранение возгораний. Отходы уплотняют. Однако все это временно. Где и когда появится новый полигон, не уточняется. Работу над проектом только начали. Конечно, полигон уже немолодой. Сейчас он действует. Провели расширение территории полигона. У нас также было принято решение. В прошлом году мы принимали решение по этому поводу. И на сегодняшний день есть возможность заполнять вот эти котлованы. Ну вот пока вот в таком объеме. В перспективе вопрос рассматривается о переносе данного полигона в другую точку.